звезда на борту, что ли, у нее на хвосте? И нет в нашем отличестве дома, семьи, человека, которых так или иначе не коснулся ужас при страшной войне. Сколько бы ни прошло лет, от той победной весны 45-го года мы всегда будем помнить тех, кто защитил нашу страну и народ, спас Европу и весь мир от гитлеровского рабства. Великий подвиг этих людей всегда будет служить примером отваги и любви к родине. Нормальный человек ненавидит войну. Была ли когда-нибудь война нашим прошлым? Всегда жива была память о погибших, близких и дальних, знакомых и незнакомых, о сыновьях и дочерях своего Отечества. Можно искать или находить виновных трагедий, ругать политиков и обстоятельства, но всегда надо помнить о драгоценности и хрупкости мира и покоя, завоеванных для нас отцами и дедами. Хранить их – задача во все времена достойная и благородная. Вечная память и низкий поклон ветеранам, на чью долю пришлось не только лихолетие войны, но и немало послевоенных трудностей, которые и сегодня переживают не самые лучшие времена. Память за собой позови, в те далекие промчавшиеся дни, ты, друзей моих ушедших, оживи. А друзьям, живущим в молодость, верни. Память, живу, ты должна на мгновенье эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза Thank you.